Добрый день! Вас приветствует спортивный магазин «Белорио», который располагается в Киеве на бульваре Перова, 24. Вашему вниманию сегодня представляется на обозрение велосипед немецкой марки «Бергамонт» «Ревокс 5.0». Это горный велосипед, который имеет колеса 29 дюймов, простонародье «Найнер». Велосипед идет высокой комплектации. Высокая линейка, верхняя линейка модели Revox 5.0. Колесо 29 дюймов, имеет обод пистонированный. Эта опция очень уникальная. Но она идет также и на 3.0, и на 4.0, и на 5.0. Дисковые тормоза гидравлические. Тормозная система здесь Shimano стоит, в отличие от моделей более нижних уровней. Бергамонт Revox 3.0 и 4.0 комплектуется тормозной системой Tektra. Это велосипед комплектуется тормозной системой Shimano. Монетки Dior. Велосипед комплектуется вилкой Сантуровской, которая имеет тройную регулировку. Вилка называется XSR RL-R. Вот. У вилки имеется возможность регулировки степени отскока. Вот здесь вот регулируется. Это первый уровень. Второй уровень. Это включается, выключается локаут, который вынесен на руль. И третий уровень регулировки. Это зажим пружины на 2 см. При длительном эксплуатации велосипеда лет через 5 пружина устанет. Можно будет затянуть на 2 см. Восстановится степень отскока велосипеда. Дальше. Велосипед имеет полуинтегрированную рулевую, то есть подшипники спрятаны, выдерживают высокую нагрузку. Тому понятно, велосипед горный. У велосипеда шатуны Shimano с длиной шатуна 175 мм. Система имеет соотношение зубьев 24, средняя звезда передняя 32 и большая звезда 42 см. Стандартная для горного велосипеда. Спереди у велосипеда идет переключатель Dior. Сзади SLX. SLX это очень высокий уровень. Те, кто знает про комплектации, поймут сразу, что это высокий уровень велосипеда. Стоит сзади кассета 10-тиряковая, HG40. Тормозная система, сказал, гидравлическая, Shimano. Велосипеды на Украину пришли в двух ростовках L и XL. Это расстояние 51 см и 56. Расстояние имеется в виду от каретки до подседельного трубы. Велосипеды в магазине продаются в полном комплектации, готовые к эксплуатации. При продажном состоянии магазин предоставляет скидки. В магазине нашем велосипеды данного уровня можно приобрести с рассрочкой, с оплатой частями. Работаем с разными банками: Приватбанк, Райффайзенбанк, Укрсимбанк. Приглашаем, будем обсуждать любые способы оплаты. Приходите, будем вас рады видеть. До свидания.